Я люблю своего плюша. Она такая смешная и пугливая. Когда вы делаете резкое движение, она начинает пугаться. Но не только она, а все шиншиллы, которые на природе. Когда шиншиллы боятся, они описывают и быстро убегают, чтобы их не споймали и не убили. Они встают в такую позу, типа как кенгуру. Шиншиллы очень любят кушать там травку, еще что-то. Травку и ананасик, и семечка, ну, и изюм. Упс, плюша убежала. Плюши купаются в, шиншиллы купаются в песке. Кушают они сухую еду, как вы тут видите, у них холод. Сейчас Тёма её загонит. Плюша боится у нас купаться. Плюша у нас боится шиншиллы. Типа у нас самый смелый. Он любит купаться. Вот сейчас Плюша купается жопкой. Лапкой. Он тут филфилки делает от куста. Для них песок это как для нас вода, как Тёма говорил. Честно говоря, я не понимаю, почему шиншиллы всегда... открывает. Все, Плюша, хочешь выйти? У шиншиллы есть тоже 5 пальчиков на ручках, как у нас. А когда они кушают... Самый маленький не видно. Только близко ты. Дашь ему вкусняшку? Когда шиншиллы боятся, они выпускают мех. Я не знаю, почему и как они это выпускают. А вы... Ну, наверное, потому что они пушистые. И потом у них он опять вырастает. Как вы хотите знать, что у шиншиллы есть конопушки? У шиншилл на ушах есть разные точки. Это означает, что у них есть конопушки. Только у нас на щечках, а у них на ушках. Плюша всегда хочет быть в домике. Она как хоббит, домашняя. Из-за этого у нее есть несколько кличек, напомнил. Нюша, я уже не знаю почему. Пугашка, Домашка и... Зализа. Нет. Которая залазит. Домашка. И какашка. И какашу. Какашка. Какашу. Шиншиллы похожи на тушканчиков, и на зайчиков, и на бобов. Это одна семья, грызуны. Лучше шиншиллам давать корм. Или сухие яблочки. Один раз. И обязательно смотрите за водой. Если она закончится, так обязательно наливайте. Если вы не нальете, так... Они могут умереть. Да, через несколько дней. Когда шиншиллам что-то не так, они начинают вот так делать. Такой голос. Это типа всех возбуждает шиншиллы, и они спрашивают, что такое? А когда они делают это... Если что-то такое тоже не ловится, но она это делает часто мне. Чипа уже у нас 3 года. Она у нас самая большая, но хотя Плюша ведет себя в доме как лидер. Плюша у нас там была. А когда к ней кто-то приходит домой, она его ругает, так бьет, кусает. Чипа. Как малыша. Один раз мы малыша купили, и она не давала ему заходить в дом. Она его кусала. Нет, она его трепала. Да, ты. И то на сторону. Он чип. Мискин. Чипс! Чем мы ее чипс называем? Или мискин. Чип. Или чип даем. А я не дала юнка. Давай. Вытащи ее оттуда. Нет, пусто будет. Я не могу. Она будет. Чипа больше всех любит купаться. Чипа, да. Чипа. И кусать больше всех любит. Пусть сначала покупается, потом я покормлю. Она пускай. Там будет есть. Видишь, папа, говоришь, что она больше всех. Вот, забирает что-то. Она укрыла, а потом идет в домик, укрыла в домик. А лучше Чипу держать вот тут, чтобы она не убежала. Чипа у нас самый беглый. Когда ты ее зазлишь, он такой становится в позу боксера, как личко. И давай, он идет. И иногда она лучками так, и иногда кусает. Иногда писает. Иногда. В лицо. Ее кличка Белка. Там Белка? Она бегает быстро, там все делает быстрее всех. Быстро он! Бегун, бегун. А, да, бегун. Не, давай Белка назовем. Белка обижена. Белка. Мама и боксел. Мама ее любит трепать, потому что у нее тоже... Она взяла семку. Вот так она ее бьет и за попу кусает. Как вы видите, Чипа всегда в миску залезает. А другие нет. Она любит свежую еду. Каждый раз, когда ты набираешь ей новую еду, она первая такая к запаху идет и кушает.
Вот сейчас мы поиграемся с Чипой, покормим его, покупается и... И все. Да. Хорошая Чипа. Угу. Чип самые маленькие ушки, мне это надо. Оп, поймала Чипа. Сейчас я выберу. Ноги. Чипа, Чипа. Пятка на ей под нос. Пятка в нос. Чипа сама себе этот прием делает. Чипа нас научила прием делать, пятка в нос. Вот она делает его на себе. Показывает, как делать прием пятка в нос. Ой, ботик весь описан. И мы начали. Да. Ты, кстати.